Всем привет, ребят, с вами Якс Трюкстрим. И сегодня мы будем играть в игру Hide and Seek. Это новый режим в Роблоксе, вот. И я сейчас вам покажу одну нычку, куда вообще никто практически даже и не заходим. И эту нычку вообще практически никто не заходит туда, потому что эта нычка очень прикольная. Так, сейчас выбирают воду. Угу, вот это вода. Окей. Так. Так. Погнали. Ага, и идем мы сейчас. Как его? Так, ребят, мы сейчас идем прятаться. Я вам сейчас покажу одну нычку, где можно спрятаться. Так. Угу. Угу. Так. Вон, вот это дерево. Вон туда прячьтесь. И главное, вы просто не бегайте там. Просто смотрите на воду. Призрак за ним. Вот. Нажимайте туда и смотрите за водой. А я сейчас должен успеть до... Так, успею успеть. Сюда. Так. Вот мы и начинаем. Пока ищет воду. Вода ищет кого-то. Вот. А мы сейчас ждем пока что, что будет делать. Я просто сейчас, просто, ребят, вы смотрите, а я сейчас просто буду молчать и думать, что сейчас будет. Так, ребят, вот я смотрю, он куда-то опять зачем-то сюда забрался-то. Я фиг его знает, что тут делает он. Ладно, ждем, пока что он будет делать. Так, ребята, я пока что вижу, что типа он бегает. Так, окей. Так. Что он сделал? Так, я пока еще живой. Ничего он со мной еще не делает. Так, ему осталось очень мало найти. Так. И где он сейчас будет делать? Так. Угу. Я 2 секунды осталось. Не, ну он не успеет, по идее, дойти до меня. Он даже не может перепрыгнуть. Так, ты не можешь даже перепрыгнуть. Так,
Он не успеет до того времени, когда я уже буду. Bye. Так, куда он бежит? Ага, к окну. Bye. Так. Так, кто-то спрыгнул. Так. Интересно. Так. Успеет. Не успеет, походу. Не успел. Ну, ребят, я сейчас поставлю на паузу и посмотрю, как тут играют другие. Так, ребят, вот я видел, какие-то чуваки тут играли. Обсмотрел чуть-чуть. И вот. Сейчас мы будем проходить, как его... Ну, пробовать как-нибудь убежать или спрятаться от вот этого. Вот. Еще я вам покажу нычки. Нычки покажу. Так, задний двор. А зачем задний-то? Опять задний. Так. Задним нет смысла там. Хотя, там есть еще одна нычка, ребят. Я сейчас поищу еще. Там нычки какие-то есть. Так, смотрите. Есть одна, типа, сейчас поищу еще, какие нычки там есть. Так, типа, так. Выбегаем из кварешника. Я упал. Так, залезаем на вот это вот. Так. И еще мы что делаем? Смотри, мы берем, как-то спрыгиваем сюда. Так, вот. Как вы видите, я уже на дереве. Главное, что, типа, меня не должны палить. Типа, если там... А, там можно убить, но очень сложно. Я очень маскирован. Вот, эта нычка нормальная. Если на меня побегут, тогда будет плохо, кобыла. Так. Сейчас мы будем пробовать. Так, только не беги за мной. Bye. Так, он выбегает. Ага. Не знаю, увидел он меня или нет. Фиг его знает. Так. Так, вот, и если что, ребят, это вот нычка, какая нужна будет. Вон там нычки. Можно еще вон там за дерево спрятаться, вон там тоже нычка. Но я вам уже показывал. Я ищу тут нычки. Мне просто такая задача, типа, спрятаться, и чтобы никто не нашел тебя. Вот. Так. И что он будет делать? Так. Если, ребят, он за мной побежит, он, ребят, это очень сложно, надо будет оторваться. Потому что он быстрый, он намного быстрее. Разработчик. Не, ну, молодец, что разработчик, ну, или кто там создавал этот режим, сделал, чтобы вот этот, как его, забудь-то, Вода был быстрее. Это круто. О, одного еще поймал. Так. Главное, чтобы он, типа, меня не поймал. Вот. И если он меня поймает, тогда... Кабелла будет мне. Так. Мне нужно как-то так сделать, чтобы он как-то меня не поймал. Так, а я вообще на дереве, меня даже еле видно. Не, ну конечно, можно меня столкнуть. Смотри, даже я себя плохо вижу. Я только футболку и чуть-чуть синюю свою кожу вижу. И то чуть-чуть. Давайте попробуем спалиться, типа, как-нибудь побегаем. Во, блин, это очень прикольное место, ребят. Если что, это для вас, ребят, я делаю, чтобы вы могли. Я новые нычки нахожу. Если, ребят, будет магазин, я вам покажу нычку еще одну. Я в магазине очень профессионал в нычках. Там я где-то нашел примерно... Ну, 2, 3, 4 нычки. Где-то так. Так, ну окей. Где он? Так. Это где он? А, он в шкафу.
Угу, понятно. Так, ребят. И что он делает? Так, ребят, если вы смотрите, давайте, если вы наберете 5 лайков, я сниму еще одну часть прятки. Если вам это очень понравилось, это видео, можешь прямо сейчас влепить лайк. И я могу и сейчас прям сделать, сейчас прям заснять. Так что, ребят, давай, лепи лайк. Но я сейчас думаю, он тихо-тихо-тихо-тихо, он сейчас может меня запалить. Так. Так, он пока меня не палит, ничего. Не, пока ничего. Так, 37 секунд. Осталось, чтобы он меня нашел или еще кого-то. А он уже 5 нашел, он уже такой нормально. Не, ну он не успеет меня найти, не успеет еще кого-то там найти. Ну и так далее. Он не успеет. Если бы он успеет, тогда он бы смог бы. Если за мной побегут, тогда будет очень плохо. Это очень будет плохо. И вот. Так. Угу. Мы смогли. Мы смогли. Так, я выжил. От этого мы смогли спрятаться. Вот, нычка для вас. Это полезно, очень для вас. Твой магазин. Ну опять, ну почему? Ну блин, ребят. Я не хочу что-то на это. Сейчас я, ребят, выберу так, чтобы не было этой карты. Потому что я больше не знаю нычек. Так что, ребят, давайте я сейчас. Стоп, я вода? Вообще, это прикольно, если я вода. Не-не-не, я хотел уже выйти, а я уже водой оказался. Так, окей. Окей. Блин, так повезло вообще. Вообще так повезло. Так. Так. Так, так, так. Ну, вообще повезло так. Вообще. Не, ну так никому не везет. Я уже хотел выходить, а я уже в воду оказался. Окей, окей. Так. Давайте сейчас попробуем. Может, кого-то найду. Так. Так, так, так. Я побежал. Первого я пока не вижу. Так. Так, читерное место проверяем. Проверяем читерное место. Здравствуйте, это компания Арифлейм. Да, ёшкин. Привет. Так, минус один. Так, погнали дальше. Так, 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 так. Я тут такой профессионал. Я тут всех знаю. Даже если кто там спрятался, я потом в конце скажу. Так, подожди, подожди. Надо очень много глядеть назад, вперед и так далее. Так, смотрим, смотрим. Потому что если так подойдет, мы сможем как-то кого-то и найти. Бегу в шкаф. Проверяю шкаф. Так, 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 так. Так, кто-то байкает, значит, кто-то очень близко, прям слышно. Да. Так, никто тут нет. Так, кто-то деньги забрал. Так, я не могу отменить. Но я не могу почему-то залететь. Ребят, я не могу, у меня какие-то технические шоколадки произошлись. Не понял. Так, технические шоколадки еще не произошлись. Так, 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 так. Так, нет, тут никого нет, я уверен на 100. Так, пока никого не вижу. На горизонте пока еще никого нет. Опа, нашел. Кто-то прыгает на батуте.
Кто-то прыгает на батуте. Вы нарушаете правила закона моего аквапарка. Ага, попался. Не-не-не. Пока-пока-пока. Я ее убил? Где она? Ага. От меня так не скройся. Ну-ка, стоять. Стоять. Убил. Так, отменить. Так, ищем еще. Мне надо искать много. Кого много еще искать? Так. Смотрим больше назад. Назад смотрим больше. Так, кто-то деньги собирает. Мне нужно сделать. Так, там никого. Я тут все обсматриваю. Елку обсматриваем. Так, кто-то хайкает. Опа, здорово. Здорово, стоять. Минус еще один. Так, а я уже... Нифига я какой. Так, в будке никого нет? Никого нет. Я тут-то прошаренный, в отличие от всех вас. Я тут все читерные места знаю. Ну, почти. Может, еще какие-нибудь читерные места есть. Так. Отменим. Так. Угу. Сейчас мы залезем вон ту тумбочку. Так. Давай быстрее. Подождите. Нет никого? Нет никого. Так. Опа. Убил. Фу, я уже троих не смог найти, но это пофиг. Ну, кто выжил от профессионала, то и смогли. Был я водой. Так, погнали, сейчас еще какая-нибудь нычка есть. Мне нужна какая-нибудь нычка. Так. Угу. Мне нужна нычка. Так. Семинар. Я сейчас вам покажу. Там тоже есть нычка одна, где можно спрятаться очень легко. И никто вас почти не найдет. Но если какой-то профессионал, типа, может допаркурить. Не понял. Это кто? Не понял. Это кто такой? Так, это кто? Давайте для начала спрячемся пока что. Я поищу какие-нибудь. Если я помню, были одно читерное место. Смотрите, можно на вот эти залезть, типа на вот эти, и все, вы изи, даже ничего нет сложного. Просто залезаете туда, и все. Так, жалко, почему мы это, как его? А тут нельзя писать. Фу, хорошо, что... А почему разработчик, ну, кто создавал, не написал бы... Ой, то есть не создал бы... Ладно, это ладно, что он чат не создал. Типа, это хорошо. Но зачем он не создал, где можно смотреть, где прятался кто-то? Ну, типа, ты если не вода, вот, если только для вод. Так. Осторожненько проходим. Ой. Сейчас опасно. Так, очень опасно. Становимся тогда нижний ряд. Угу, моя прическа видна. А, ну ладно, пофиг. Моя прическа ничего не значит. Так, смотрим. За водой. И сейчас просто будем смотреть за водой. Я не знаю, что он сейчас будет делать. Так. Пока что я не знаю, что он будет делать. Пока думаю. Так. Угу, пока что думаем. Пока что думаем. Как будет все. Типа, если он нападет. Пойдите, так. Только не надо меня, конечно, убивать, потому что я буду вообще. Это будет кобыла. Мне и остальным.
Меня главное только не найдите, а то это будет кобыла. Так. Угу. Давай. Так. Давайте. Сейчас мне нужно, чтобы меня не нашел он. Так, тихо, он близко. Ух ты! А можно? А что, так можно было? Я не знал, что можно сюда. Тихо. А я не знал, что можно было, типа, залезть туда. Так. Он бежит за пацаном. Так, мою прическу видно? Нет. И видно мою шею. Надо убегать. Надо как можно убегать. Тихо. Надо в эту шину спрятаться. Залезть и спрятаться. Не видно, не слышно. Так. Вот, все. Нормально, я спрятался. Так. Так, он там за мной не бежит. Так, давайте сейчас попробую. Ой-ой-ой-ой-ой! Так, он за мной там не бежит. Мне надо смотреть. Тихо. Это будет опасно, если он за мной сейчас... Так, бегу пока что, прячусь пока что. Он бежит за мной. Нет. Надо валить. Нет. Он сейчас меня убьет. Тихо, где надо? Нет. Отстань. Ох. Так, ребят, я убегаю. Сейчас выбрана карта какая-то. Вот, сейчас я вам покажу одно читерное место. Просто бегите и в шкафу прячьтесь. Вот там и может быть читерное место. Вон, это самое читерское место. Ребят, сейчас вот этот вот... Попробую я сейчас доиграть. Bye. Так, тихо. Бежим в шкаф. Бегу пока что в шкаф и буду прятаться там. Вот. Если у меня получится, я буду просто сейчас стою и молчу. Ничего просто не делаю и типа смотрю просто на воду. Так. Все, он выбежал.
Так, ребят, я вот смотрел пока что. И пока ничего не нашел. Вот. Буду пока что пробовать как-нибудь сидеть тут и ничего не делать. Смотрим пока на воду. Что он будет делать? Так. Он бежит и что-то делает. Так. Так. Так, так, так. Так, он вижу, что-то там бежит за кем-то. Так. Так. А, упал. Так, 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 так. Ну все, мне можно вылезать. Я уже, что-то мне скучно стало. Мне охота уже вылезти. Так, вон он. Вон он, вон он. Так, так, так. Он меня не догонит, ничего не сделает мне. А вот он и я. Кстати, вот еще нычка. Это нычка? Да, вот еще одна нычка. Если вы захотите, тут спрятаться. Вот эта нычка. Еще. Если только для вас. Е, я выжил. Ну, ребят, с вами был я, это Экстрокстрим. Всем удачи и всем пока!